Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свою награду Лига Мастеров 3 звезды, $150 плюс 36 монет. Здесь за то, что открыли колоду. Так, сегодня будем проходить, ну, как проходить, занимать топовое место, опять же, 100% нас сбросили. И плюс ко всему, смятение из другого измерения, как я и обещал, будем тоже проходить сегодня. Так, ну-ка смотрим, что у нас тут. Лига мастеров, ранг 73. Ну, видишь, скидывают же потихоньку все-таки. Они не успокоятся, пока меня не сбросят. И, кстати, начнем, пожалуй, с выполнения ежедневных заданий. Пройдите серию испытаний. Ну, как ты понимаешь, сегодня, да, смятение из другого измерения будет у нас пройдено полностью. Тут осталось совсем чуть-чуть, поэтому нет смысла оставлять это на потом, там, на неделю, еще что-нибудь, когда сегодня можно будет пройти и потом начать все заново. Получать небольшие награды, там, в виде финансов, в виде откатов и тому подобное. Так, Усаги, я думал, сейчас Ваньку рубанет. Ничего подобного. Не вышло у него. Но Супер Шреддер забирает себе лавры. Лавры победители. Так, и минус этот охламон. Надо было хильнуться, кстати. Да, потому что у Усаги очень мало здоровья, и хилочка бы здесь как бы не помешала. Так, надо было Хана бомбануть. Че я творю-то здесь, скажи-ка мне? Творю добро. А по-другому не назвать. Ну-ка, Хана, вырубишь мне. Хотя бы заблокировали, да вообще убили его. Слушай, давай сделаем постепенный отхил, я думаю, этого будет достаточно. Потому что они все походу успеют сделать. Можно было, конечно, волночек применить. Так, добиваем с тобой Рокстеди. Сегодня, ребят, попробуем все-таки пройти в черепашках ниндзя сила порталов того самого тигриного когтя. Надеюсь, у нас получится. Иначе мне надо будет идти куда-то за новыми костюмами, чтобы, возможно, их победить. Ну, я имею в виду именно тигриного когтя в новом костюме. Понимаешь, да? Потому что, ну, старый костюм что-то как-то не... Нифига мне не выходит в них, короче, победить. Так, что у нас тут? Поднять уровень? Ну, поднять уровень недопонятно. Мне надо прокачивать нейтрализатора. Тем более тут, по-моему, немножко осталось, да, совсем капелька. 8 всего лишь наушников. Уже 7 наушников. Так, 6 это уже хорошо. 5. Ну да, скорее всего. Так, 4 прокачаем сегодня полностью. Ну, так, 3, 2, 1. Так, 1 все или 1 еще нужен? А, 1 еще нужен. И сейчас запаришься его искать, да? Нет, вот они выпадают. Великолепно. Прокачиваем до 6 ступени моему залп ракетный. И для 7 уровня. Ну тут да, дофига что нужно. Я не знаю, хвост ему что ли прокачать? Удар хвостом, телепортатор этот, хвост, телепорт. Пока не решил. Подумаем. Так, здесь забираем награды. Поднять уровень персонажа, ну это понятное дело. Сделаем. Кто у нас там? Донателло Космос. Ну, один левел можно ему поднять. Забираем тут остатки роскоши. Все, да, получается. Ну что, на испыталку, ребята, просто сделаем фарм по-быренькому. Пиццу потратим. Так, 50 жетонов. Дальше. Золотые осколки выпадают. Вот, 3 Леонардо видения, это уже хорошо. Серебро тут выпало. Карта, ну зачем вы начинаете мне статистику портить? Вот это вот всякое дребуденье, ну скажи мне, ну... Вот, ребят, ну как это можно? Вот всякую парашу мне надавали и только лишь дали одного Леонардо видения. Ну это несправедливо. Как вот по мне. Ну что, пошли на турнирку. Будем бомбашить. Что еще остается делать? 29 откатов. Более чем достаточно нам для тотального уничтожения здесь. Но мы, естественно, с тобой никаких тотальных уничтожений делать не будем. Просто займем свое первое законное место и будем там сидеть. И пойдем уже проходить смятение из другого измерения. Давай, шипами их. Неплохо. И добивка, естественно, от Армагона по полной программе. Все как и должно у нас быть. Замечательно.
Так, ну что, продвигаемся потихонечку с тобой дальше. Посмотрим, что у нас тут. Так, 61-я позиция. 61-я позиция. Ладно, возьмем, наверное, вот этот отряд. Возьму Армагуна плюс Леонардо. И вот этих вот хлопцев. Тут, я смотрю, нету особо сильной инициативы, так что, естественно, наши ребята будут ходить первыми. Армагон один из первых, а потом, по идее, на подхвате будет Леонардо. Чисто на добивку. Все у него круто получается. Так, ну что, а мы с тобой потихонечку двигаемся вперед. Я сейчас посмотрю, на какую позицию. Я думал, полтинчик где-то должен занять. Где-то так. Ох ты, даже 47-е место. Отлично, великолепно. Берем, наверное, вот эту команду с тобой. Армагончик на откат, плюс Усаги. Да тут, в принципе, можно любых уже взять. Не обязательно самый хвост идти, кого-то там выбирать. Тут главное пройти этих 4-5 поединка и все. Давай, Усаги, наказывай. Ну, так себе, так себе. Ну, главное, что Майки, как всегда, падает. Он всегда почему-то получает постепенку и всегда отдупляется. Потому что знает Усаги, что я не очень люблю вражеских Микеланджело, потому что они со своей инициативой начинают все мне, как говорится, планы портить. Итак, 34-я позиция. Ну, 3 поединка еще где-то возьмем, грубо. 3-4 это максимум. Здесь возьмем вот эту вот команду. Армагушу назад. Берем этих. И давай, наверное, вот так вот. Не будем далеко ходить. Тут все равно остается совсем чуть-чуть. Армагушечка, давай, родной мой, влупи по полной программе. Да, кстати, очень хорошо бомбанул. И волна, наверное, всех накроет медным тазом. Да. Бакстер не подвел. Как он в этом костюме ходит? Ё-моё, как ему там не жарко-то? Ты помнишь в мультике, когда он занимался грабежом? Когда на него упал мутаген именно в этом костюме? Когда он стал супер Бакстером? Там у него был такой экран в животе, монитор. Его физиономия была в этом мониторе. Да, но здесь почему-то такую версию не добавили. Странно. Что, давай, наверное, возьму Рафаэля, отыграем тогда. Зека, Майки плюс Донни. Боюсь, конечно, немножко за Донни, но если Микеланджело сделает уклоняшку, то, в принципе, должно все прокатить. Ну, Зек, естественно, ходит... А, нет, ходит первым Майки. Значит, Зек будет после Майки ходить. Бросает свою супербомбочку. Этот, наверное, контратаку, естественно, но промахивается. Плюс сразу же летит валун им в лицо. Хорошо так прилетел, на самом-то деле. Минус Сплинтер и минус Донни. Фильм. Прекрасно, идеально. И, наверное, сейчас уже будет топчик, скорее всего. Да нет, 10-е место, какой топчик. Даже 7-е. Это говорит о том, что последний поединок у нас уже впереди. Этих двух братьев хватит нам за глаза, поехали. Сегодня, может быть, ребята, поиграем еще в Madness. Давно я не заходил. И не знаю. В последний раз мы с тобой играли, когда я дрался против братьев-черепашек и не смог их одолеть. Вообще никак не смог одолеть, понимаешь? Просто рвали меня, как тузи-грелку. Но, говорят, там обновление, по-моему, даже не одно вышло. И надо заценить его. Даже если не выиграем, хотя бы посмотрим, что там новенького у нас вышло. Ну что, топ? Топ. Все, ребят, я успокоился. И теперь мы с тобой идем куда? Ну, естественно, на приключения, смятение из другого измерения. И начнем, пожалуй, вот с этих вот ребятулек, с оригиналов. Не нравится мне только одно, что у нашего Леонардо очень мало здоровья. Значит, придется им же и отхиливаться. Верно я говорю? Естественно. Ну, первым ходит кто? Усаги, потом Армагон. А, нет, потом Супер Шрейдер. А уже потом только Армагон. Тыч. Так, оу, щет. Я и забыл, что суперудара-то у нас нету. Минус Донни. Так, здесь надо, наверное, Леонардо все-таки шваркнуть.
потому что он встанет в провокацию со своим уклонением. Потом фиг его пробьешь. Окей, здесь мы хиляемся, как я и говорил ранее. Все, фул хпшек у всех. Этот отдуплился и этот тоже отдуплился. Вообще на изи, ребят, разбираем. Раньше было это очень проблематично. Да, я даже, как тебе сказать, не то что вспоминаю, я жалею о этих временах. Скучаю даже, я бы так сказал. Когда мы с тобой тут пыхтели. Ну действительно, там очень было люто. И каждая моя маленькая даже победа для меня это было, знаешь, как достижение, рекорд. А теперь мы проходим с тобой шутя это событие. Нет, иногда шуточки, кстати, могут тебя и подвести. Ты думаешь, ага, как оно бывает, уверен, что здесь у тебя все прокатит, все у тебя получится. И бац, в самый неподходящий момент, элементарная подстава от игры. И все, и ты фейлишься. И тогда ты думаешь, да, не все так просто, как хотелось бы. И начинаешь опять напрягаться. Буквально там первые две недельки понапрягаешься, да. Потом опять тебя берет расслабон и опять все отпускаешь. Как говорится, на самокат. Пускай идет, как идет все. Так, ну что, мы с тобой добиваем Хана и добиваем Шмяк. Вот так вот. Все великолепно. Ну что, бежим, сломя голову, дальше. Так, остается у нас тут 4 поединка. Ну это я считаю вообще, ребята, изи. Изи кул будет. Тем более здесь у нас Змейка Вьюн. Его, естественно, петрушим в первую очередь. Так, Шредер получится у тебя? Нет, не шишарики. Хотя, почему? Все нормуль. Две атаки, естественно. Расклепал он его. И плюс училка, которая вечно ставит двойки. На тебе. Так, ну что, мы с тобой переходим. Ну что, Масуху, наверное, сделаем, да? Через ярость Рафа сделаем. Блин, давай, наверное, лучше баф. Сделаем с тобой баф. И вот теперь контратака. Хуча. Так, этому тоже хлыщу контратаку. На тебе. Хилку сделаем. Давай хильнемся, фиг с ним. Давай хильнемся. Ракеты. Наверное, вот так сделаем. Пробьем Острозуба, а уже потом Шредера. Шредер полетел. Полетел навозник. На тебе. Что остается у нас? Три поединка и все. И событие будет пройдено. Да? Или два? Нет, три. Три все-таки. Раз, два, три, четыре, пять. Надо, по-моему, брать нам майки. Что-то у нас как-то с хилом вообще тут слабовато. Хоть и Шредер отхиливает, но мы быстрее проходим испытания, чем он успевает залечить наших бойцов. Вот что я заметил. Ну ты-то куда, крыса, еще лезешь, а? Позорная. Давай попробуем Кирби, наверное, ушатать. Я сказал, ушатать Кирби. Да ёк, Макарёк, что вы. Дан. Вот и все, делов-то на копейку. Больше паники, чем дел. Переходим на вторую волну и смотрим, что у нас тут. А здесь братья неадекваты. Поэтому давай их бомбить. Ну-ка. Так, это отдуплиться. Давай, наверное, сюда ударчик сделаем. Ну и, в принципе, крысиному королю тоже бы не помешало накатить слегка. Вот и все. А этот должен отдуплиться, но мы его добиваем. Так бы и все равно его постепенный урон бы добил. Никуда бы он отсюда не делся. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Все у нас хорошо, все в правильном направлении. И у нас предпоследний поединок. Предпоследний поединок. Можно было бы, или нужно даже было бы взять майки. А я хочу, я сейчас отхиляюсь за счет Лео. Да, мы так с тобой сделаем. Роботы, нет, не завалил. Великолепно. Так, тройной укус. Да давай сделаем тройной укус. Че нам терять-то? Правда, мы с тобой потратили скилл. Он бы нам пригодился бы на Кренге. По идее-то. Ладно, ничего не поделаешь.
Сюда бы, конечно, масуху бы какую-нибудь зарядить, было бы вообще великолепно. Но масухи у нас нету, к сожалению. Так, на Армагона бочку тянут, прикинь. Так, давай этого, наверное, загрызем и этого добьем. Можно было бы, конечно, и хильнуться. Ничего страшного бы не случилось с нами. Фул ХП, он бы от постепенки бы отдоплился. Ладно. Что сделано, то сделано. Спешим, как говорится, сломя голову. Ну, а вот и последний. Точно последний, сейчас пройдем. Да, три. Как в тот раз прошел, да? А где-то забыл пройти одно испытание, и мы получили с тобой не фул награду. Я вначале не понял, что вы мне там пишете в комментариях. Потом посмотрел видосик, действительно. Лопухнулся по полной программе. Поэтому теперь все перепроверяем хорошенько. Так, грибочек отвали, а. Ну что, вырубаем, наверное. Месть. Худжиш. Ага, вот у нас есть хил. Его, естественно, активируем. Бомбим теперь ракетами. Минус крип. И минус грип. Все. Ну, а Крэнк... Ну, ты сам знаешь, кто такой Крэнк и что мы с ним делаем. Крэнк только успевает посмеяться, а потом плакать. Вот и все. Да-да-да-да-да. Там что-то понажимал, непонятно, что он там понажимал. Там вроде никакой клавиатуры нету или есть. Что-то есть у него. Есть, да. Вот. Типа маленькая такая панель управления. Раз. Два. На тебе. Вторая атака пошла. Еще получи. Так, дальше кто уходит? Армагоша. Да, можно было бы, в принципе, и валун кидануть. Но и так забомбашили его. Еле вылез. Ну, не хватило сил удержаться, и он упал. Вот и все, да? А разговор-то. Крэнк такой мощный. Там в мультике его там бомбят. Все время там что-то он убегает куда-то. А тут мы его раз-раз и запинали. Ну что, забираем награды, естественно, наши все. Это все у нас есть. Как бы даже не интересно. А вот это вот уже будет позабавнее. Ага, мутагеноид. Ну, мы мутаген получаем, плюс еще пиццу. Можем получить деньги, можем получить откаты. Наушнички, которые мы искали с тобой. Комиксы вот эти вот пригодятся. Так, Леонардо. Паукус. Окей, здесь... Ничего такого существенного. Здесь тоже ничего существенного. Здесь тоже. И здесь тоже. Но зато получили 52 доллара, почти 14 тысяч мутагена, 42 сыра и 7 откатов. Практически за просто так. Ну что, идем с тобой в магазин? Нет, подожди, не в магазин нам надо, а поднять уровень. Кто там у нас? Слэш. Да, не хватит. А, 55 уровень, все, 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 отлично. Отлично, слэш получает 55 уровень. Мы можем, у нас, кстати, с тобой сколько там? Что-то я потерялся, что я хочу, что я хочу найти. А, ну да, мы же этот нейтрализатор, да. Хотели вот здесь что-то сделать. Или здесь все-таки доделать. Ну давай найдем 6 ячеек рынков. У нас пицца есть, поэтому можно поискать. Раз, силовую ячейку крэнгов нашли. Нужно 6. Микроскоп выпадает. Понятно. Вторая силовая ячейка. Так, третья. Четвертая. Пятая. Слушай, хорошо пошло. Хорошо пошло, как... до тех пор, пока я не ляпнул, да? Да их... Хорошо шло, пока я не ляпнул, что хорошо идет, блин. Вот, все, получили. Так, друзья мои, 6 ячеек крэнгов нам надо было, плюс ко всему 10 ящиков с инструментами. Всю пиццу с тобой, короче, мы транжирим. Транжирим. Так, один ящик нашли. Второй. И получается третий. Ну, ящики хорошо находятся. Четвертый. Все, пиццы больше нету, мы ничего не сможем там дальше искать. 6 ящиков находим и прокачиваем ему ручную пушку до 6-й ступени. Это будет круто. Так, ну что, друзья,
Вроде бы все сделали, да? Все абсолютно сделали. Поэтому можно заканчивать серию. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.